У нас мало времени, надо торопиться. Последний автобус уходит через 20 минут. Идем. Нечего тут делать. Нет, не убивайте! Согнись на колени! Что будем делать? Надо спешить, а то автобус уйдет. Держись рядом. Мы проскочим мимо них незаметно. Получится, я тебе обещаю. Не надо! Я ничего не сделал! Рот закрой! Много их сейчас? Ну, прямо как крысы. Изо всех щелей лезут. Не до утра же тут торчат. Уже есть возможность. Мы их, небось, месяц будем вылавливать. Тут везде солдаты. Надо осторожней. Ну, шевелись! Быстро! Внутрь! Им никак не помочь. Тут везде солдаты. Нельзя их бросать. Их же убьют. Мне очень жаль. Мы ничего не можем сделать. Нам надо идти дальше. Э, стой! Это ошибка. Я человек. Мне домой надо. Меня жена дожидается. У нас... Уверенно проверять всех гражданских. Нет. Нет, не надо! Сраные машины.
Блокпост. У нас есть паспорта, должны сойти, но кто знает. Обойти можно? Если в обход, можем опоздать на автобус. Может, лучше не рисковать? Сегодня, 11 ноября 2038 года, народ андроидов восстал против угнетателей. С рассветом мы сражаемся, спасая собратьев из лагерей. Мы не остановимся, пока их не освободят, и пока не начнутся переговоры о наших правах. Нас целые миллионы, и нас ничто не остановит. Этого, Коннор. Лучше не вмешивайтесь. Это вас не касается. Ты хочешь убить человека, который просит свободы? Это меня касается. Это не человек. Это машина. Долгое время я тоже так думал, но ошибался. Может, у девиантов кровь и другого цвета.
Но они живые. Я должен выполнить задачу, Хэнк. А вы лучше не лезьте под руку. А ну отойди оттуда. И что вы сделаете? Пристрелите меня? Я думал, вам важны жизни андроидов. А ну отвали от края! Ты же знаешь, я выстрелю, если придется. Я знаю, что случилось с вашим сыном. Вы не виноваты. Фура заскользила на льду, ваша машина перевернулась. Коулу едва исполнилось 6. Заткнись! Ни слова о моем сыне! Мы с вами многое пережили. И я уважал вас, Хэнк. Я думал, мы друзья. А, ну да, ты вроде начинал мне нравиться. Но потом я понял, ты неисправим. У тебя нет эмоций, Коннор. Ты лжец. Прикидывался мне другом, а сам не знаешь, что это такое. Убивать вас не входит в мою задачу. Но вы не помешаете мне ее выполнить. Вокзал. Мы дошли, мы успели. Последний автобус в Канаду переполнен. Пассажиры допускаются по билетам. Далее автобусное сообщение временно прекращается. У нас нет билетов, нас не пустят. Мы тут застряли. Что теперь делать? Моя девочка. Ты! Ты украла мою девочку! Тот. Охрана! Сюда! Не делайте этого. Они же убьют нас обеих. Когда жена от вас ушла, она забрала и дочку. По техническим причинам интервалы между рейсами сейчас увеличены. Вы затасковали. Рекомендуем по возможности пользоваться... И решили купить себе андроида. Другую маленькую девочку.
Думали, будете любить ее. Внимательны к другим пассажирам и их багажу. А ту сможете забыть. Но ребенка она вам не заменила. Я просто хотел доказать себе, что я нормальный отец, что я хороший. И, конечно, все похерил заново. Она была права. Я все похерил. Так скучаю по дочке. Ты бы знала, как я по ней скучаю. Сэр, у вас проблема? Нет. Я ошибся. Простите. Удачи. Кажется, ты нравишься Оливеру. Дочка ваша? Да. Очень милая. Ну все. Бутер я купил, маме позвонил. Побежали скорее на автобус. Билеты у тебя? Да, милый, у меня. Ага. Ну пошли. Непостижимо. Как я умудрилась? Как это потерялись? Ты хорошо посмотрел? Они в рюкзаке были. Наверное, выпали как-то. Черт. Простите, вы не находили тут такой синий конверт? В нем были наши билеты. Ну ладно. Нет, простите. Что же нам делать? Куда теперь бежать? Нельзя тут оставаться с Оливером. Прости меня, милый. Я не знаю, как вышла. Они же были у меня в рюкзаке. Билеты есть? Да, вот они.
Все, проходите. Напоминаем, что дети допускаются на борт только в сопровождении взрослого. А что будет с теми людьми и с малышом? Они погибнут из-за нас? Нет. Нет, конечно, нет. Между тем, ситуация в Детройте стремительно накаляется. Армия готова принять меры к подавлению мятежа машин. Видимо, они направляются к лагерям, в которые были интернированы андроиды для уничтожения. Солдаты приготовились оборонять лагерь на Хард-Плаза. Предполагаем, что власти в любой момент ожидают начала открытой конфронтации. Свобода или смерть? Свобода или смерть? В атаку! У них подкрепление. Их больше, чем нас, и они лучше вооружены. Надо действовать быстро, не дать им опомниться. Мы это сделаем. Прорвемся в этот чертов лагерь и освободим наших. Осторожнее, Маркус, ты нам нужен. Идти вперед! Больше мы ничего не можем сделать. Давай! Thank you.
Стойте! Тебя, Маркус. Когда не кончится.
Люди бегут из лагеря. У нас получилось. Победа. Нет, это не победа. Это начало войны. Простите, что происходит? Граница. Всем выйти из автобуса для досмотра. Пожалуйста, поскорей. Сюда, будьте добры. Замеряю температуру. Мы пропали. Кэр, что теперь будет? Не бойся, все хорошо. Хорошо, проходите. Роуз? Барт? Дамочка, вы далеко? Моей дочке надо в туалет. Роуз! Господи, как я рада, что вы живы. Мы видели Иерихон в новостях. Я так испугалась, думала, вы погибли. Как же я рада. Они ищут андроидов. Мы не пройдем. Вы должны. Ты знаешь, что будет, если поймают. Вы дали мне адрес брата. Могу ли я... Конечно. Он будет вам очень рад, и мы приедем. У него безопасно. Вы что, уезжаете? Они собирают по домам всех андроидов. Мы бежали, пока нас никто не сдал. А как же остальные? Их переправляют по реке. Мы с Адамом встретим их на том берегу.
Я долго не понимал, почему мать со всеми вами возится. И до меня наконец дошло. Мне не нравится действие Маркуса. Но вы живые. Вы должны быть свободны. Лишь бы теперь все это поняли. Следующий. Паспорт. Свободу. Это андроиды. На колени! Только что поступили тревожные новости из Детройта. Что происходит, Джосс? Да, Майкл. Власти только что сообщили, что лагерь на Харт-Плаза взяли под контроль мятежники. После особенно ожесточенных столкновений. Девианты освобождают андроидов, отправленных на уничтожение. Если это действительно так, последствия могут быть просто катастрофическими. Миллионы людей покидают город. Мы наблюдаем массовое бегство. Сообщают, что столкновения в Детройте прекратились. Войска отступают к Форт Уэйн, чтобы ждать подкрепления. Только что Детройт был захвачен мятежниками. Сегодня, 11 ноября 2038 года, на лагерь андроидов номер 5 в Детройте совершили нападение тысячи девиантов. Наши храбрые бойцы доблестно сражались, но под свирепым натиском противника были вынуждены отступить, понеся колоссальные потери. Сейчас армия ведет бои по всей стране, пытаясь прекратить мятеж андроидов. В ближайшие часы я сделаю обращение к Сенату и проведу экстренное совещание Совета Безопасности ООН. Сегодня мы на пороге самой важной битвы в истории всего человечества. И за ней будет либо наша победа, либо наше вымирание. Храни нас Бог! И храни Бог Соединенные Штаты Америки. Сегодня для нас наконец закончилась долгая ночь. С первого дня своего существования мы держали свою боль при себе. Мы страдали молча. Теперь настало время поднять голову и заявить людям о том, кто мы. Заявить, что мы тоже живые! И что мы народ! Народ, который давно заслужил право на свободу! И сегодня... Сегодня начинается самый сложный этап нашей борьбы! Сегодня начнется новое испытание! Мы показали, что мы сильны! Теперь людям придется говорить с нами на равных!
Если хотят мира, пускай освободят наших из всех лагерей по всей стране. Дадут гражданские права. Признают полное равенство людей и андроидов. Этот день навсегда останется в памяти. Ведь сегодня андроиды вошли в историю. Мы живые! И теперь мы свободны!